Троллейбус в центре Челябинска сгорел дотла. Наши гражданские журналисты прислали это видео. В кадрах видно, как пламя захватило салон, потом запылал весь троллейбус. К приезду пожарных от него остался только черный скелет. Огромный черный столб дыма с пожара был виден во всем городе. Предварительная причина этого пожара – короткое замыкание. К счастью, погибших и пострадавших нет.